Екатерина Великая, императрица и самодержица всероссийская, с Потемкиным таврическим князем в сопровождении. Thank you.
там надо. Сегодня 235 лет с тех пор, как Екатерина Великая провела первый смотр Черноморского флота. С тех пор флот силен, могуч и является гордостью России и ходит в Черном море. По-старому оно называлось Русское море. Благодарим Екатерину, благодарим нашего командующего, адмирала Осипова Игоря Владимировича. Мы все сегодня с нашим президентом, с нашим Черноморским флотом, Черноморскому флоту и президенту России, наша троекратная флотская. Ура! Ура! Цветы памятнику Екатерины Великой возложить. Всех поздравляю, друзья. Прекрасная дата сегодня. Благодарим. Мы не можем, это же массовые мероприятия проводить, потому что порядки у нас такие. Поэтому мы возлагаем цветочки. Да, пойдем сейчас. Молодцы. Алексей Владимирович, пойдемте сюда. Пойдемте к нам. Алексей Владимирович. Сейчас мы с вами будем фотографироваться сюда. Два молодцы. Пойдемте, дорогие друзья. Пойдемте. Кадеты, на фотографирование становись!